посыла была куплена развалившаяся конюшня с огромной территории в свое время за $300, начало 90-х годов. Вот, и долго стояла в том виде, в котором оно есть. Здесь мой бизнес находится, и мне нужно было что-то создавать. Ну и главная концепция заключается в том, что когда человек не одинок, а имеет семью, семья обычно приносит что-то свою архитектуру. Какие-то пожелания там, супруги, у кого-то больше, у кого-то меньше, кто-то только делает то, что хочет жена. Я в этом плане человек довольно-таки дикий, я не люблю, когда мне что-то советуют. Поэтому, если есть желание моей супруги построить что-то, чтобы было в ее вкусе, я предпочту построить ее отдельно, а я делаю то, что ей нравится мне. И здесь вы видите то, что нравится мне, то, что сделал я для себя. Сюда был, не пускался никто, но никто особенно не хотел ехать, потому что все это было в ужасном виде, повторяюсь, пол под табличкой «Нежданка», под лошадиной вывеской. Конечно, когда сейчас это приобрело соответствующую сегодняшнюю форму, вот теперь все сюда хотят ездить, естественно. Но поздно. Поздно превратить свои идеи, потому что идеи уже сложились. Ну вот. Совершенно это здание не соответствует своему назначению, потому что, наверное, все-таки это формат такой, который должен быть в каком-то очень красивом месте. Вот. А это просто, скажем так, дом при строительном моем бизнесе, при строительной площадке, которая вот открывается прямо с балкона в следующую комнату, куда мы войти не можем, там спит сейчас. Вот. Повторяю, что концепция нету как таковой. Это все отходы, отходы производства. А что касается первого этажа, то это первый мой и, наверное, последний опыт в работе с кирпичом. Я занимаюсь только деревом в течение 20 с лишним лет. Вот. Навеяно было страстью к старине. Обожаю старье всякое, комиссионки и прочее, да, прочие вещи. Ну, вот. И скандинавским стилем, вот там, где я много бывал, там в Скандинавии, там, в ближайшем зарубежье нашем, и в дальнем, там, где вот такие подобные кафе. Вот. Плюс я занимаюсь охотой, и все это как-то совпало одно с другим. Вот. И подобные стены возникли, совершенно это не моя архитектура, я это не придумывал. Вот. И просто это частично слизано, частично что-то придумано, возможно. Вот. Есть такие журналы, по которым я работаю уже по бизнесу последние, наверное, 5-6 лет, которые представляют так называемое направление в архитектуре брутальной эклектики. Вот этой брутальной эклектикой я и развлекаюсь и пытаюсь привлечь на свою сторону клиентов. Мне это удается, поскольку эта работа эксклюзивная, безусловно, не очень сложная, откровенно говоря, не требующая каких-то особенных геометрических форм, но при этом вкусная. Вот. Автор, который снимает эти дома, зачастую кажется, что это даже очень, это просто какой-то фотоколлаж, потому что сделать такое, ну, очень сложно. Но там называется Ральф Кайло. Так вот, я по нему очень много работаю. По канадскому дому работаю. Канадский дом, да, нечто похожее на вот, там, вот второй этаж, там мы сейчас находимся, на холл. Вот сочетание камня с деревом, все это там присутствует. Ну, это, наверное, какой-то 18 век, литье настоящее, а помещение к обеду на кораблях. Из нее стреляли, и матросы шли на обед. Бьет она внятно, все слышно хорошо, везде и всюду. Вот, она сейчас действующая, ей сделали, отец сделал все, что можно. У нее шомпол задний, она заправляется, как полагается, забивается порох черный специальный, пыш, трамбуется, дорожка пороховая, фитиль. И она бьет. Ее можно зарядить ядром, картечью. Она ударит метров на 10 в убойной силы. Вот, компенсаторы, все у нее есть. Вот такая вот вещь. Вот, надо поближе, смотрите. Вот. Видите, она. Да, это литье настоящее. Это не точка, это именно литье. Да, это что за скала?
просто привязка к тому, что есть, скажем так. То есть ничего не изобреталось. И более того, я считаю, что природа сама подсказывает то, что нужно делать. Что досталось, надо из этого что-то лепить. В таком плане.